Духа милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим в день суда. О, мусульмане, те из вас, кто страстно желает иметь просторные и дорогие автомобили, помните, рано или поздно вы будете пассажирами автомобиля, который повезет вас в горизонтальном положении в сторону кладбища. О, мусульмане, те из вас, кто чуть ли не сходит с ума по модной и роскошной одежде, в то время как другим нечего надеть, помните, рано или поздно вы закончите свой жизненный путь всего лишь в куске обыкновенной белой ткани, в которую завернут ваше тело. О, мусульмане, те из вас, кто опрометчиво жертвует всем ради строительства великолепного особняка, помните, рано или поздно могила станет вашим настоящим и постоянным домом. О, мусульмане, те из вас, кто жадно поедает изысканные яства и редкие деликатесы, забывая о своих голодающих братьях и сестрах, помните, рано или поздно вы будете пищей для червей и других земных тварей. О, мусульмане, те из вас, кто гонится за славой, почетом и признанием со стороны людей, вместо того, чтобы добиваться только довольства Всевышнего Аллаха, помните о мраке и одиночестве в могиле. О, мусульмане, помните, после смерти вы ни о чем так не пожалеете, как о секунде, проведенной вне поминания Аллаха.